Погода выдалась сегодня великолепная. Идем, отметим двойной юбилей Ирины. 30+30. Я вас видео снимаю. Сейчас фотку. Это я с Ириной. Мама с дочкой. Арек с Наташей. Меню принесли. Местное пиво. Рыбка была просто восхитительная. Надо немного прогуляться. На табличке «Не трогать корабль» и «Осторожно! Глубина 2 метра». Объявление о продаже домов. Агентство по продаже недвижимости расположилось на этом судне. Такое судно в Англии называется «Нероубот». После долгой ненастной погоды, такой солнечный и тихий день. Просто подарок. Просто праздник какой-то. Зашли в галерею, картины посмотреть. Когда получается, побывать здесь. Всегда стараемся в эту галерею зайти. Да, мне нравится. Галерея пользуется успехом. Пока мы смотрели на картины, кто-то уже купил одну картину. Ее уже упаковали. Довольно неплохо. Даже очень интересно. Можно сразу прицениться. Чудесно! Радугу увидели! Рыбу ловить нельзя, кормить птиц нельзя. Правильно! Пусть траву щиплют, стричь газоны меньше придется. Вот такой хороший и приятный день. Нам просто повезло. Да, несомненно.